В музее пожарной охраны Симбирска-Ульяновска под стеклом хранится знамя пожарной части. Оно принадлежало добровольной пожарной дружине, созданной на суконной фабрике имени Степана Разина села Игнатовка Маинского района Ульяновской области. Знамя хоть и выцвело, но на нем видна символика. На древке знамени и на полотнище расположены сложившиеся символы пожарной службы. Лестница, топор, багор и призыв «Борьба с пожарами – дело советской общественности». Смысл этих слов не утратил своей актуальности и сегодня. Экспонат датируется 20-ми годами 20 века, когда стали активно создаваться добровольные пожарные дружины на многих предприятиях края. Перед тем, как пополнить экспозицию музея, знамя было отреставрировано.